признали Донецк, Луганск. А, да, 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 да. Но в 3 часа оглашение было, Путин там выступал. А мы в 12 с Лимана. Теперь война полноценная начнется. Так вот, мы и ждем подкрепления. Они теперь на Россию напали. Да, да. И они, получается, ну, часть Донецкой области занимают именно укропы. Ну, укропы там. Ну, знаете. Так это они, значит, напали на Россию теперь, получается, раз это Россия. Вот. Так там в Крыму да, уже говорят, кто с Крыма есть, пацаны, в Крыму говорят, танки хуйки. Ну, правда, новые, не как у нас 60-х годов, мы на 72-х воюем, которые, 4 машины тянут, а 5 из них стреляют. Так ты что, на танке? Нет, ну я мотострелок. Ты что, на танке? Не-не-не-не. А. Мы уходили, под минометами. Там уже все, крестись, не крестись, все в Бога верим, и во все, что можно верить, верим, отсюда народу забирают, каждый день, автобусами.